госкорпорация «Правительство для граждан» напоминает жителям Прииртышья об изменении режима работы ЦОНов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В целях исключения скопления граждан и опасности заражения при посещении центров обслуживания населения городов области прием услугополучателей будет осуществляться строго по записи. А в связи с небольшим количеством посетителей спеццон Павлодара продолжает принимать без предварительной брони. Теперь режим работы центров обслуживания населения Павлодарской области с 9 утра до 6 часов вечера. С понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, праздничные дни, выходной. А также центры обслуживания населения Павлодара, Аксу и Кибастуз можно посетить только по предварительной броне. Забронировать очередь можно через портал ЕГОВ и также позвонить в колл-центр 1414. После удачного бронирования очереди гражданину придет смс-сообщение на телефон.